Сегодня у меня уборочный день, понедельник. Решила начать уборку с балкона. Видите, нету ни дров, ни угля. Все уже потопили, все, все. А это ж моя соседка так и не прекращает мне лить на голову, ля, поливать. Надо сказать мужу, чтобы он вот этот цветок отсюда удалил. Поскольку это, видите, что творится, брызгает. Куда-нибудь переместить его. В общем, ладно, я здесь немножечко с помощью вот этой такого вот у меня такой метлы смела. Сейчас я тут буду шлангу подключать. Сняла носки и вперед из песни. Надо промыть, потому что сюда уже можно выходить днем, посидеть, чайку попить и так далее. Все вот это вот приводить в порядок, вот эти вот прелести турецкой жизни убирать. То есть моей жизни турецкой. Все вот эти дровишки либо истопить, либо тоже их куда-то прибрать до следующего года. Ладно, в общем, занимаюсь уборкой. Так, что мы? Водичка пошла, потому что я в прошлый раз мыла с носками, и все-таки носки немножко я вымочила. И в этот раз я решила избавиться от носков и это все сделать, как говорится, без носков. Так, щеточка, я сейчас немножечко поелозю, поскольку здесь действительно грязно. Вот эти швы теперь грязные от этих углей. Ну, зима, ладно, я знаю, как это все почистить, проблем нет. Я все промыла настолько, насколько сейчас это мне позволяет. И сейчас с помощью вот этой вот штуки я собираю воду. И все. Балкон у меня чистенький, сейчас просохнет. Погодка бомбовская. Видите, какая красота. Лучше ж стало, лучше. Можно здесь вынести столик, стульчики, посидеть, кофейку выпить. Ну, конечно, мне нужно еще мыть окна, но это уже потом. Это у нас получается салон. Сейчас мы там не проживаем в нем. Закрыта комната. Поэтому смысла нет. То я потом отдельно выберу день. Буду готовить салон. Вот. Так что вот, можно уже кофедринчик попивать. Либо чаечек. А тут у меня помощник. Помог. Ой. Она боится балкона, у нее, я же говорю, она, когда маленькая была, вот уж сидела на балконе, сейчас у нее, наверное, аллергия на балкон, да? Помог. Уже здоровая такая, здоровая, Котя. Иди, Анусечка, давай, обуваемся. Ты что, без куртки идешь? Так, ключ. А, видите, это ж у меня, я ношу свой брелочек, я его сделала, так классно. А что ты там ржешь, блин? Конечно, гордость. Это просто шедевр, а не брелок. Слушай, не умничай, блин. Дианка, не нервируй меня, муля. Мотоцикл. Ашким спорта я как бы веди. Ой, наконец-то. Наконец-то, я тоже ему говорю, что ты не обуваешься. А кто? Это твой любимый кот нагадил. Сегодня Рюзгер мне там и стены гомном засыпал, блин. И моя кошка, да. Но моя кошка более чище. На стены не этот самый, не лепает. Вот так я тебе скажу. Еще раз, уже в который раз. Мы выходим. В общем, я закончила свою уборку. Наконец-то. Этот балкон у меня столько времени занял, пока я его мыла. Диан, выбрасывай. Нам нужна... Да, в принципе, нам ни зачем и не нужно. Да, Диан? Так вот вышли просто так. Беспричинно. Молодежь, молодежь. А, Дианусик? Похоже, там восьмиклассники. Они довольно молодые. Они курят? Можно курить? Восьмиклассники довольно молодые. А, вы же иди, я же достала свои старые очки. Вчера только я сказала про привычку. И тут у меня каким-то волшебным методом очки сломались. Сломалось одно ушко.
И что, пришлось благополучно их выкинуть. Мои любимые очки. Ой, несчастье-то. А эти, не знаю, 100 лет не носила. Это те, которые Дианке сватала. Спасибо, что ты не забрала. Теперь в них побуду, а уже надо будет смотреть себе новые очки. О, пенопласт. А, кстати, а что с нашим пенопластом? Тебе же для проекта нужны, Диана. Да, ну сейчас, да. Идем в БИМ и забирай, прям в БИМ понесем. Ой, погода бомбовская вообще. А, да, домашнее задание. Это точно. Мы, Диана, ты в курсе, что мы вообще идем ни зачем и беспричинно? Мы идем за водой. Ты забрала у меня бутылку воды, и мне не нужно. Мы идем за пол-литровой бутылочкой воды. Вот так вот. Идем, короче, в БИМ. Нечего. В БИМ здесь близко. Смотри, сейчас доходим до этого края. Все, мы уже в БИМе. А хлеб вкуснее. Да какой хлеб? Хлеб нам не нужен. Мы на диете. Мне нужен, я в деньги взяла. И что? Хлеб купить, чтобы... Я на диете, я не знаю, чего, что нужно есть, чтобы сидеть на диете. Ничего. Ничего, точно. Вообще, фрукты, овощи, в принципе, да. Фрукты, овощи. Я на лимонной диете. Это гениальная диета. На помидорно-лимонной диете я. Я когда есть хочу, вот среди дня, я иду и съедаю, допустим, помидор. Либо пару колечек лимона. Да, это плохая идея, я знаю. Ну, а что делать? В принципе, нормально. Слушай, ну, знаешь, что это, типа, я забыла, как называется. Ну, короче, такие девушки и мужчины, короче, люди, у которых такие впалые, типа, щеки, которые, с ними, типа, худые, я забыла, понятно. Они, типа, не жрут, и что? Очень мало жрут, короче. Ну, они что же такое съедают? Сначала они начинают такое, а потом уже, да, налево вдохнут. Как нам повезло, здесь нет хлеба. Ну, есть вот этот, но этот искусственный. Слушай, а это 1,75, это ромашка. Слушай, я деньги собрала, потому что я буду брать за одну литр. 1,35. Зараза, какого может быть? Нан Экмей. Вот этот возьми за 1,35. Ну, это... Мама, он невкусный. Невкусный, я знаю. Возьми семит. Я не хочу семит. Да, нельзя. Все, пошли, нету. Ни хлеба, ничего нету. Или ничего не, мы не выходили, ничего не купили. Есть-то охота. Да, хлеба нет, нету хлеба. В 3 маркетах были и нет хлеба. Дианка хотела себе бутер сделать. Дома-то у нас нет хлеба. Вернее, есть, но он старенький. Но она-то не любит. Пошла мне там лимончиков надрать. А я, ну, я ее уболтала. Говорю, давай возьмем по яблоку. И таким образом поужинаем до ужина. По полудничаем. Мы пока шли, правда, я 2 яблока съела, а Дианка 1. Но я, честно, хочу сказать, что еле 1 в нее впихнула. А я 2 съела прям с удовольствием. Я яблоки обожаю, могу их килограммами съедать. Так что вот такие делишки. Сейчас Дианусика мне сорвет лимон. И все, идем домой. У меня сегодня облегченный ужин. Сегодня у меня будут макароны. Муж попросил, сказал, пожалуйста, сделай мне. Поэтому сделаем. А это вот Дианки ж все-таки, может, там подняли с мусорника. С мусорника. Не, ну там она так хорошо сложена, а нам как раз надо для домашнего задания. Нам нужно сделать Диане, там сказали, дом своей мечты на урок информатики зачем-то. Поэтому мы будем мастерить дом. Ну, я думаю, что мы взяли мало. Один тоненький взяли, а другой потолще. Ну, ладно, если будет мало, еще с гуцами на мусорник. Ну, на что, намыла балкон, вышла посидеть на балконше. Так хорошо, сделала себе кофейку. Посижу сейчас с Дианкой, нужно обсудить вот этот вот. Вон сетка, видите, коты ободрали. Ох, я уж не знаю, резгиар. Хорошо, без сахара. Диана, ты идешь или нет? Давай. Сейчас попью. Надо будет уже с
ставить воду на макароны. Что мне тут залохматилось? Челки нет, я же говорю, у меня какое-то выпадение. Не знаю, что это такое. Ну, бывают такие периоды волос. Да ладно, бля, залысины, ё-моё. Так, вот, значит, готовим, Диана. Это вот то, что мы взяли. А это вот, смотри, ну, конечно, разная структура. Это, конечно, такое более дохлое. А это то, что у нас было такое достаточно крепенькое. Диан, ты прям без тапок пришла. Ну, я понимаю, что я, конечно, помыла. Здесь у меня все супер-пупер, но тем не менее. Слушай, ну, это давай подметим. Я вот не хочу это делать. Покажи, покажи, где она ты там. Она знает, что это сложно. Диан, ну, по крайней мере, мы должны попробовать, знаешь. Покажи, что мы должны сделать. Сейчас подожди. Ищи. Вот. Так, что здесь? Я ничегошеньки не вижу. Нет, Диана, там, где мы уже с вот этого данного материала, вот. Пенопласта. Вот, да? Что-нибудь видно? Даже на солнце плохо видно, мам. Даже на солнце плохо видно. В общем, надо, ладно, короче, надо такой дом сделать. Делаем, Диана, что? Одна комната. Конечно, одна комната. Сделаем двухкомнатный. Зачем? Типа я и вы. Ты. Я и ты, типа. И кот. Ну типа, как это и кот? Ну, типа кот тоже живой, да. Уже там живет. Ну, типа, нет. Он будет по моей комнате, а ты будешь по своей комнате. Размеры. Вот. Слушай, надо в интернете, в Ютубе забить, Диана. Диан, в Ютубе надо забить, как вот это делать. Они делают только полный дом без, вот, с крышей. А что, внутренности даже мы не сможем посмотреть? Нам нужна внутренности. Нам сказали, короче, сделать, но только без крыши. Она хочет видеть все внутренности дома. Давай для начала нам нужно нарисовать чертеж дома. Ну да, давай рисуем. А потом рисуем. Уже надо будет, сейчас я принесу ручку и так далее. Давай. То есть это двор. Ну это она школу нарисовала. Вот это первый этаж, это второй. Точнее наоборот, это первый, это второй. Это просто... Да, Марта пишет. Короче, смотри, тут идет для таких вот, для детского... Вот это лестница, сюда, которая переходит. Это первый авто, второй Б, второй А. Понятно, план школы она вам изобразила. Это тут помощник Дрека, Тубзик, что-то еще. Потом вот тут идет дальше вот мой класс. Остальные классы, опять же такие, кухня, Тубзик и столовка. Это для учителей, это этого директора класса. Ну, коридор, лестница. У нас еще одна лестница, которая ведет вниз, вверх точнее. Но она не стала открывать. Какой-то парк, не знаю, что это, потому что вот это второй выход в сад. В сад, не сад, ну, ты бы поняла. У нас же есть, короче, один, там где большие двери. Есть второй, там тоже. Ну, правильно, резин, должно быть их два. Вот, и вот так вот. Ну, теперь ты рисуй план своего дома, в котором ты в будущем будешь жить. Ставила на наши макарошки. Макарошки у нас будут вот такие вот. Прям не захотелось бантиков. Я вчера специально бантиков купила. Но обычно мы, как бы, муж мой предпочитает спагетти, поэтому... А я что-то так подумала, блин, так захотелось бантиков. Так что бантики. Также вот салча острая. Бибер салчасы. Та, которая остренькая. Поэтому макароны у нас будут такие, знаете, ядреные. Будут так хорошо печь. Вот, все, то есть макароны с томатной пастой, а еще, Дианка, а что-то ж тебе нужно? Она ж не ест эти макароны, тем более с острой салчей. А, мивину. Вот это вот мивина, это какая-то тоже наркотик, знаете, я говорю, это тоже наркотик. Как сигареты, так вот это и мивина. Там какая-то приправа добавлена, вкус такой. Какой? Я ела уже, не понятно. Приправы. Как травы какие-то. У меня мои макарошки закипели.
Хочу альденте. А, палец, палец, зачем ты вылез? Хочу альденте. Муж не хочет. Но я все равно слегка альденте сделаю. Диана, Диана, зачем ты кошку трогаешь? Отбросила я свои макаронные изделия. А теперь в кастрюльке наливаю немножко подсолнечного масла. Далее сюда одну столовую ложечку биберсалчасы. И немножечко водички. Диан, подай, пожалуйста, мне водички. А. Ну, кушай, оторвись. Вот. И теперь нужно, чтобы водичка эта вместе с салчи немножечко кипнула. Ну и салча, естественно, растворилась. Можно присолить, если макарошки ваши слабо соленые. Ой, господи, я прям аж везде разбрасываю. А прям затем, прям сюда мы опускаем наши, что там у нас сегодня, макаронные изделия в виде бантиков. И все. И вкусно. Дианка там свою мивину наяривает, да? Диан. Так, сейчас еще буквально пару минуточек, и в принципе все. Вот у нас какой такой в виде соуса, что я решила. В виде соуса получается. Я решила немножко он черного перчика добавить. Это как-то, мне кажется, ароматности не хватает. И все. И вот такие вот у нас макароны получились. Все, такой, знаете, бедняцкий, бедняцкий ужин. Диан, ну все, теперь... А двери все-таки изобрази там, в холле, в холле. Надо, я не знаю, я сейчас... Мы их будем все равно резать, они же там нам нужны. И нужно будет... Слушай, а вот эти боковушки стены, там же ж ничего, да, получается, или что? Боковые стены. Вот это? Нет, ну вот и вот это, и вот эту сделала, грубо говоря, горизонтальные. А вот эти вертикальные, что будут вот здесь стены? Вот тут? Да. Так эти ж стены другие вот это все. Еще пойдем порежем. Нам нужно. Я понимаю, что на тех стенах будет изображено. Вот, смотри. Да, вот эти вот. А вот тут что будет? Стены. Просто тупо стены. А, ну это ж продолжение комнат. Там же ж нужно, ну, будет как-то... Да, тут как бы, я не знаю. Боковухи. Ну нормально, ну, да. А что тут? Вот тут получается же спальня. Тут ничего не может быть, там просто стена. Нет, подожди, надо подумать. А что я тогда рисовала, я ничего? Сделаем, знаешь что, кладовку. У нас же есть кладовка, ну кладовка.